Всем доброе утро. 20 число у нас нынче, время 8:42. Температура воздуха 21-20 градусов, где-то вот так вот. Сейчас уже можно встречать людей как в куртках, так и в олимпийках. Ну и в футболках тоже, я, допустим, в футболках, шортах. Ну, не скажу, что прям вот тепло. Не. Вот сейчас вот, наверное, первый день, когда я начал ощущать осень. Слышу, вертолет летит. Вот какой-то интересненький, маленький какой-то. Иду в сторону моря. Сегодня пасмурно, как видите, такая погодка незагорательная. Сегодня, наверное, вряд ли мы увидим много загорающих людей. Я думаю, вообще их не увидим. А вот плавать можно, вода достаточно теплая. Хотя я сегодня опять сачкую. Сегодня сачкую, что-то проспал. Как-то дикого желания нет. Владимир уже на боевом посту. А где головной убор? Я снял. Мне жарко. Что, подарки с утра? Вот так вот, видите, с утра. Как я говорю, мимо тещиного дома, я так просто не ходил. Мой колокольчик упал. Это его колокольчик. Его можно. Шатра. Балакова. А, Наталья, Балакова. Да, знаем такой город. Донатик на камеру. Понял, спасибочки. Такой вот магнитик интересный. Что-то на лайка похожее такое. На скрепочке вот на такой. Только лайка, кстати. Бело-синий-красный. Патриотический. Так. Ну, какой котик. Да. Прикольный. Мне тоже магнитик перепал. Да. И колокольчик. А тебе кружечка. Тоже Балакова. Спасибо. Зафиксировал. С деньгами. Да ладно. Да. Там я гляжу и евро. Да, и евро тоже есть. И кувейтские динары. Заканчиваются. Тут пакетик такой интересный. Это что такое? Это зажигалка, фонарик? Самодельные фонарики человек сделал. Представляешь? Ну да, это мне надо. В зимний период, когда я шарюсь по Лазаревской, да. Вот такие дела. С Казани. Ребята, погоди, да. Я не пойму, с чего они. Это вот это, который курят, знаешь? А, он еще и заряжается, смотрите. Да, 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 да. Тайп-сишный. Так, а вот записка, я думаю, от кого, С Казани, от Олега и Людмилы. Олегу и Людмилы, спасибо большое, прикольно. Так что... Это нужная вещь. Да, в машине раз что-то подсветить. Курите больше, товарищи. Наоборот, курение опасное. Нет, а нам больше будут вот таких фонариков, как говорится. Всем хорошего дня. Все, спасибо большое всем. Ну, всем огромное спасибо. Я к морю пошел. Уже, кстати, дождик начинает моросить. Уже потихонечку. Все такое серое, все такое пасмурное. Море, смотрите, какое темное. Прям темное, черное. Вот такое это черное море. Люди купаются, но их все меньше и меньше. Такая туча над городом стала. Снял коротенький шорт для вас, конечно же. Там он в море, дождик, видите, льет так хорошо. Ветер с моря, я так думаю, сейчас эта тучка над нами пройдет. Возможно, будет даже дождик небольшой. Купаться можно, только не забудьте с собой полотенчик какой-нибудь взять. Потому выходить будет, наверное, прохладненько так. Ветерок слегка-слегка обдувает. И думаю, что... Вот сейчас у тебя кончился какое-то мгновение. Но плавать, купаться можно. Я уже пожалел, что я не пошел плавать, если честно. Сейчас посмотрим. Сейчас повыкладываю эти утренние ролики, а потом, может быть, еще пойду поплаваю. Опять же, повторюсь, друзья мои, что все в нашей деревне меняется очень даже быстро. И вот если сейчас пасмурно и тучки такие красивые,
море темное, то буквально через некоторое время, после того, как ветер несет эти тучки куда-нибудь туда, в горы, будет все хорошо. Может быть хорошо, вот так вот. Не будет, а может быть все хорошо. Может вернуться солнышко, и народ прибежит загорать. Пока же как-то так. Но я все-таки не говорю до свидания. Лету я еще жду теплые, хорошие дни, и практика показывает, что, как правило, они возвращаются. Это все быстро заканчивается. Всем доброе утро, всем пока, спасибо за подарки. Побежал, заберу подарки и выкладывать ролик.